Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании. У нас сегодня будет дракон на прокачку. Возьмем, наверное, сегодня Аида. Давайте мы его сразу сейчас и прокачаем, а потом я отвечу на парочку вопросиков, так сказать. Так, ага, то есть у меня, это уже у нас божок, да? Божок, да, ну, это понятно, эту часть мы выполнили, но вот эту часть я не выполнил. Черт подери. Бог. А что мне с божественными жилищами-то? Кто мне подскажет? Кто расскажет? Может, у меня кто-то левый есть в этих божественных жилищах? Ты тоже божественный, да? И ты божественный. Ну что ж ты будешь делать? Так, во. Вот. А что вы тут в жилище богов делаете? А ну по местам. Ну давайте вот туда переместим. Так, Аида. Аида выпустим. Разместить. Вот сюда у нас Аид пойдет. Вот такой червячок. Это чужой, ребята, это чужой грудолом. Давайте будем его кормить. Что это за джойстик еще? Не пользуюсь никакими джойстиками. Зашипел, как змея, он как будто бы это. Кто-то у нас. Медуза Горгонова, на которую посмотришь и сразу завмираешь. В камень превращаешься, если бы точнее. Так. Петти. Ну, не знаю. Назовем его пока что Бес. Он же все-таки из потустороннего царства. Так, вот такой вот у нас Хроноаид. Хроноаид. Так, давайте мы пробудим сразу стихийку за 750 тысяч. Так, и что? Давайте по вопросам. Alt-Tab. В прошлом видео дракон-дроид, ну, оно, правда, вышло только сегодня, потому как бы еще, ну, мало просмотров, мало ответов, да? Так что, ребята, продолжайте, пожалуйста, отвечать на вопросы в том видео. Я спрашивал, то есть, какого взять дракона, как бы, ну, чтобы перекрыть три стихии, и есть ли такой дракон эпический, у которого три стихии, земля, вода, ветер. И кто-то ты тут мне писал, так, вот. Канал Разящего Скрила писал, я смотрел, и такого эпика с ветром, землей и водой нет. Это печально. Конечно, печально. Также мне предлагали взять Неджу. Допустим, взять Неджу. Неджа, вот она у меня есть. Гипнос нет. Вот Неджа. И она у нас будет перекрывать землю и воду. То есть, есть такой вариант. Земля, вода. Также есть еще один вариант. Взять Овна. Овен же у нас тоже, тоже шикарный. Он же в этом отношении перекрывает воду и ветер. То есть вместо земли здесь есть ветер. Но в чем косяк? То есть среди божественных и легендарных не хочется мне качать их просто так, потому что у них есть стихии. То есть любого божественного и любого легендарного качать очень тяжело, потому что нету осколков божественных и легендарных в достаточном количестве. Вот в чем беда. Потому как бы качать божественного либо легендарного нужно только тех, кто просто сам по себе очень сильный. Ради силы удара, а не ради стихии. Вот как-то так. Так что что-то мне вот их качать особо не хочется. Ну, проще редкого какого-то качнуть. Он будет, конечно, послабее, но будет перекрывать стихии, потому что как бы в боях редким можно не участвовать, только в подземельях и в прочей лабуде. Так что вот как бы не знаю, ребят. Также вот Мир пишет, ты будешь снимать игру динозавра юрского периода Хищники TCG. В общем-то, я посмотрел, вот эта игра, динозавры юрского периода, разработчик вот Sparkly Society. В общем-то, это карточная игра. Я, в принципе, ее могу установить себе на телефон. По-моему, я даже ставил, смотрел. Вот, по-моему, она мне даже стояла, ребята.
А ну-ка. А ну-ка, 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 динозавры. Нет ее здесь. Хотя, может, я просто... А, я эмулятор переустанавливал, возможно. Так что, ну, я ее поставлю себе, как бы, там посмотрим. Вообще-то. Ну, я сомневаюсь просто, что она будет интересна. И, как бы, чтобы тратить много времени, чтобы в ней разобраться. Вот, как бы, в чем прикол. Так, что у нас тут по акциям, ребятки? Так, золото я насобирал. По заядлому фермеру осталось совсем чуть-чуть. Надо успеть. У меня тут, по-моему, 6-часовой что-то стояло. Да, вот как раз, я думаю, мы это соберем. И все будет у нас чики-пики. Так, гейзер. А что у меня тут гейзер делает? Почему ты здесь? Он тоже обиделся. Он не знает, почему он здесь. Двигать. Пойдешь ты, Ка, в пансионат? Давайте заглянем в пансионат. 5 миллионов. Давайте откроем еще ячеечку. Вот так вот у меня здесь пока что. Блин, ну картинки не прогружаются почему-то в эмуляторе. С каких-то пор. Так, ой, я уже здесь освободил место. Это хорошо. Так, ну, дракона-дроида вы видели. Все у нас, в общем-то, тихо, мирно. Так, давайте вот еще переместим. Я уже приступил к комбинации, как кто мог догадаться, к быку. Нужен металл, земля, огонь, зелень. То есть, естественно, комбинации с огнем самые лучшие. И я вот использую вот эту вот комбинацию. Огонь плюс голем, либо гора, либо еще там кто-то был третий. Я выбрал вот именно такую комбинашку. 1 час. Печаль. Кстати, блин, надо было глянуть, какие, кто может здесь попасть-то. Ну, в общем-то, это самая быстрая комбинация. Наибольшее количество попыток мы сможем сделать. Кстати, хорошая здесь музыка, птички поют. Да, вот такие вот, в общем-то, дела, ребятки. Так. Тут еще надо посмотреть, у меня тут всякие лишние, да? Вот, например, этот лишний. Куда-то тебя можно двигать? Да. Некуда его двигать, да? У нас там железо в основном. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Надо будет, может, пофильтровать драконов каких-то. Повторки повыбрасывать. У меня тут довольно много повторок всяких. Так, ну а мы давайте куда зайдем? В чем у нас тут по клановым событиям сейчас? Уже все закончилось, да? Это убрать, это убрать. Это я тоже такие задания не люблю. Так, ну завтра начнется, в понедельник начнется наше клановое событие. Я думаю, серия это и выйдет в понедельник. Так, ну а мы тогда куда пойдем? Ну пойдем вот сюда. И вот сюда, конечно же. Так, 931. Ну, печально. Печально, ребята. Лучший защитник 55-й. Ну так, что-то стримает мне такой защитник. 54-й на все звезды. Что-то попроще бы нам взять. Лучший защитник 50-й. Что-то мне кажется, что они там все 50-е. Да, 100% даю. Не пойдем мы туда, архангелом. Лучший защитник. Вот это интересно. Потому я надеюсь, что он здесь один. Давайте как раз мы не потратим нашего архангела. Да. Ну, да неужто ли здесь таких вот драконов может быть много? Блин. Печально. Вот не знаю даже, что делать. Так, ну можно взять вот так. Но, по мне кажется, мы сейчас все равно сольемся. О, да. Не, ну за 2 удара как-то его пробил. Только не говори, что у тебя еще кто-то есть такой же силы. Откуда? С
такими-то сильными двумя драконами там должны быть совсем другие награды за победу и поражение. Блин, ну все, мы слились. То есть у него ну, нет, он меня за один удар пробьет 100%. Так. Не, ну, это без вариантов. До свидания. Блин, а дальше шли два слабых. Вот гаденыш. Лучший защитник 52. Это нам по плечу. Возьмем листика. Нашпигуем его. Вот так вот. Ну, помчались. Вернис. Прикольный звук был. Ну, 52 и так справимся. Так, ну и возьмем какое-то усиление, чтоб за один удар. Не, ничего себе, крепкий попался. Так, и минус 16 нам тут еще предлагают. Давайте сразу же возьмем такого парня. Помчимся побеждать. Извините, промахнулся. Не ту стихийку выбрал. Так, это у него разница небольшая по уровням получается. Так, легкотня, легкотня, легкотня. Индукция, кондукция. Камни и грязь. Изи катка. Да, но архангелу не фартануло. Так, ну и последний у нас остался факелок. Вот как раз отлично нам подходит. Опять пошли все какие-то легкие противники, да? Архангелу не фартануло. Зелень и ветер, да? Были такие стихии. Да. Ну, легендарных ребята не раскачаешься. Не раскачаешься. Осколков очень мало, потому как там нет желания качать таких вот драконов. Так. Ну, вроде как здесь сделали все, что могли. Давайте тогда мы возьмем все-таки потихонечку, может, начнем драконий кодекс.
А при чем тут кодекс? Показать только имеющихся. А, вот, кстати, да, мы ж тут сами можем посмотреть, да, по стихиям. Так, по редкости. Давайте вот тут, давайте все-таки вот водичку возьмем. И по редкости, да? И вот давайте тут сейчас сами посмотрим по стихиям. Так, ветер, вода. Есть ветер, камень. Вода, ветер. Вода, вода, ветер. Вода, ветер, вода, камень. Вода, ветер. Вода, ветер. Вода. Камень, вода. Ну вот, я так понимаю, тоже, да, не будет такого вот эпика, который... Ну, как-то странно, почему именно этих трех стихий нет. То есть, наверное, все остальные стихии есть, перекрывающиеся эпиками. А вот именно те, что мне надо, нет. Вот ветер, вода. Ветер, вода. Точнее, там земля, вода. Земля, вода. Земля, вода. Ветер, вода. Ветер, вода. Земля, вода. Ветер, вода. Нету такого эпика. Нету. Печально. Ну вот. А боссы здесь, причем тут драконы, боссы. А почему дальше идут эпики? Не понял, что за сортировка дурацкая. Вот, подождите, вот эпик есть. Так, кто мне тут соврал? Вот есть эпик, ребята. Вот эпик. Ветер, земля и вода. ОВД. Он ОВДшный. Надо с телефона зайти и посмотреть. Есть такой эпик. Вот так вот слушай комментарии. Сам не проверишь. Не узнаешь. Много очень... Ну, ё-моё. Так. Вот было бы классно того, конечно, получить эпика. Но рассчитывать на него не стоит. Не стоит на него рассчитывать. Угу. Так, где там редкие наши драконы? Вот редкие драконы, да, вот один из них. Роллер. Роллер. Роллер и глина, да, у меня, по-моему, там были. Вот из тех, что мне подходят. Растафари. Атака 60. Роллер тоже атака 60. И давайте еще глянем. Так, это растафари. И вот еще. Рыба-клоун. Тоже атака 60. Но зато здесь у редких миллион просто вариантов. А там, по-моему, глина был еще. Или нет? Так, а ну-ка. Рыба-клёун. Давайте сейчас сортанем как-то вот так вот, что ли. Или мне тогда показалось просто. Ветер. А или она двухстихийная? Растафари. Так. Ну, я роллера тогда буду, скорее всего, качать. Блин, есть редкие на 2 стихии, есть редкие на 3 стихии. Как так интересно получается? Ладно, возьмем роллера. Давайте качнем роллера сейчас так. Так, ты какого уровня? Вот такого-то у нас уровня. Зато тут никакие стихии пробуждать не надо, да? Атака 60, конечно, дико мало.
Давайте на 30-й качнем. Ух ты, блин, сколько денег-то потратил. 2 лямчика на это все потратил. Давайте смотреть. Да. Вот такие вот у нас пока что колдовство. Давайте заколдуем. Это моментально происходит, это прекрасно. Еще давайте заколдуем. И еще давайте заколдуем. Смотрите, сколько у меня осколков. Еще давайте заколдуем. 72. Давайте еще за... Не понял. Кормить. А какой уровень нужен? 40-й? А, 50-й. Не, ну до 50-го пока мы кормить не будем. Но стихии пробуждать не надо зато. Прикольно. Такой вот у меня получился роллер. Ну, атака в 51 тысяча. Да, это смешно. 51 тысяча всего лишь. Ну-ка, давайте сейчас на каких-то богов посмотрим. Где тут наши боги? Так, нет, нет, нет. Боги из тех, что не прокачаны. Ну, здесь всего лишь 15 тысяч, а у нас 51, в 3 раза сильнее. Это уже неплохо. Так, а кто мне тут еще есть? 20-е. Не заколдованный даже. Так, ну стихийка пробуждена. Так. 20-й, 20-й. Так, вот есть 30-й. Тоже не заколдован. Так, ну, подождите, легендарные. Кто у меня заколдован? Где моя ягодка? Ягодка, вернись ко мне. Так, а где ягодка? Куда она могла деться у меня? А, вот ягодка. А, ягодка у меня даже 40-ая. У нее атака 134, но она 40-ая, у нее там все стихии вкачаны. Кстати, давайте роллеру будем же тоже стихии прокачивать. Или, подождите, или тут нельзя прокачивать стихии? Что-то я вообще не заметил такую штуку. Колдовство, кормить. От... Нет. Где этот наш... Наше заведение? Ну вот, редкие. Есть же редкие. Вот наш роллер. Что ли, щит кормить будем? Щит и ветер. Вот, да? Мне так интересно. Ну, будем потихоньку, короче, качать и стихийки. Так что вот такие дела, в общем-то, ребятки. Код дружбы 5B0F59. Кто вдруг забыл. Да. Так что заходите, пишите. И до скорых встреч.